И еще одна новость, которую сначала мировые агентства принимали за шутку, но все оказалось серьезно. Сегодня великий Хурал Монголии отреагировал на запрос Верховной Рады, в котором содержалось требование компенсировать ущерб за геноцид украинского народа, осуществленный ханом Батыем в 13 веке при нашествии на Киевскую Русь. Председатель Хурала Занда Ахулгин Энгболт заявил, что Монголия готова возместить ущерб при взятии Киева Батуханом, но только пострадавшим или членам их семей. В настоящий момент в Улан-Баторе ждут от Киева полный список всех потерпевших.